День здоровья на пересечении улиц Ленина и Матросова около музея «Симбирское купечество» состоялась акция «За места, свободные от курения». Мы с вами проводим акцию «За свободные места от курения». Вот такие футболки с призывами, слоганами о том, что 1 июня будет закон об этом. Призывами будут развешены футболки на заборе возле музея. И все прохожие могут получить вот такие наклейки и повесить возле своего дома. Организаторы активисты зеленого движения «Эко» акриловыми красками написали на старых футболках о шокирующей статистике. Затем футболки повесили на забор музея, а прохожим активисты раздали листовки с цитатами из принятого закона «Некурящим гражданам наклейки «Место свободное от курения». Каждый год в России около 400 человек умирают от различных болезней, вызванных курением. Это около 46 человек в час. Ежегодно в озерах, морях и океанах скапливается более 700 тонн окурков, которые содержат мышьяк, ацетон, кадмий, никотин и бензол, и не распадаются более 15 лет.